В Минске прошел марш рассерженных белорусов. Участники марша потребовали от президента Лукашенко отменить изданный в апреле прошлого года декрет о предупреждении социального иждивенчества. Согласно этому декрету, люди, не работающие более полугода, облагаются ежегодным сбором на финансирование государственных расходов в размере более 200 долларов. Это не декрет, это маразм, это абсурд, понимаете? То есть я сэкономил государству 2015-2016 год, не получал хоть даже этих крох, понимаете, то есть, которые мог бы получать. Вот, я сэкономил государству эти деньги, значит, попал под декрет, гони еще 20 базовых, за дохода которого нет. То есть, понимаете, это вымогательство. Сегодня не я, сегодня они, завтра на их месте могу быть я и еще что-нибудь придумают. Поэтому я считаю своим долгом выразить солидарность с этими людьми. По разным оценкам, в марше, организованном Белорусским национальным конгрессом без согласования с властями, приняли участие от 2 до 5 тысяч человек. После завершения митинга произошли стычки между ОМОНом и анархистами. Следующая акция против декрета под названием «Марш нетунеядцев» запланирована на 15 марта.